В Челябинском областном суде вынесли приговор лидеру преступной группировки за похищение человека. По указанию Андрея Ковешникова, несколько часов удерживали в плену бизнесмена. Тело коммерсанта позже нашли в лесу. Суд установил, что в 2013 году в городе Рудный Республики Казахстан мужчина организовал преступную группу. По его указу члены банды похитили бизнесмена. Ковешников является финансовым директором ТО «Заказ». Испытывал личную неприязнь к Антоненко из-за имеющихся у него подозрений в причастности Антоненко в уничтожении 9 сентября 2013 года на автодороге Рудный, надлежащего ТО «Заказ» автомобиля марки «Нива» и избиения водителя «Белика». С целью получения информации о причинах и участниках избиения «Белика» решил совершить похищение Антоненко. Участники группы напали на коммерсанта возле дома, затащили в автомобиль и отвезли в лес, а потом убили. Позже тело предпринимателя нашли. Трех палачей бизнесмена осудили в Казахстане еще в 2014 году, а их лидер сбежал. Он был объявлен в розыск. Поймали его только сейчас, в Челябинской области. Поскольку задержанный гражданин России, выдавать его Казахстану не стали. Осудили здесь. В судебном заседании подсудимый Ковешников свою вину отрицал. От дачи показаний отказался. Но улик оказалось достаточно. Мужчина получил 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел, что он незаконно хранил оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.